Я вчера опять ходил за рамки, на концерте хора Мадригал. Бил соседа по ушам программкой, бил за то, что он им подпевал. Я бешусь, когда фальшивит ноты, с детских лет имеет тонкий слух. Ну а тот с ушами бегемота истерзал мой гармоничный дух. Я был зол, как мусорг скиналиста. Я кричал, доколе нам терпеть? Ну какие антигуманисты разрешили этой жопе петь? А под утро ВВД отрад нам из какой-то атональной тьмы. Мне сказали, слушайте как надо, как не надо, будем слушать мы. Только как такое мне помыслить, если слышу я со всех сторон? Все фатально, лживо и нечисто, даже если в полный унисон. Во всю мочь коряво и нескладно, вопреки, во имя и как старь. И что мне особенно досадно, отче наш фальшивит Пономарь. Кто бы знал, как мне невыносимо жить и слушать этот диссонанс, и смотреть, как фальшь перекосила все лады, слагающие нас. Эта фальшь мне раскровила душу, и я ее наслушался сполна. Дайте мне, гражданочка Беруши. Ну, вот и все, пожалуй. Тишина.